Будем готовить кофеек в рабочих условиях. Такой небольшой порошочек засыпается. Все натуральное, оригинальное. Никаких консервантов, ничего тут нет. Потихонечку заливаем кипяток. Особенности МакКофе 3 в 1. Если от кипятка не свернулось, то значит действительно свежий кофеек. Ну и для того, чтобы было совсем вкусно и хорошо, добавляем сладкий снег. Все у нас здесь натуральное, 0% жира, на 2 чашечки. Добавляем и наслаждаемся вкуснейшим кофейком во время обеденного перерыва на работе. Вот такой вот снег. Сладкий. Всем вкусных обеденных чаепитий. Всем пока.